Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Ну что, я вижу, у нас 4 новые миссии. Ага, 179, 180, 181 и 182. Давай посмотрим. Нормал. Так, 9 очков дают нам. Маг. Такс. Ну, давай попробуем, наверное, улучшить яромечников. И, наверное, лучников. Задание каково у нас? Уничтожить статую врага. Так, мы все бежим за золотом, что ли, получается, да? Все как один, сломя голову, бегут за золотом. Опа! Смотри, что вытворяет. А почему? Я что-то не внюхал. Это что за дела? Фига себе, почему? Чего, блин? Они вообще что ли брякнулись? Друзья, они что, вообще что ли оборзели? Как я должен здесь выигрывать? Ну-ка, подожди. Сначала. У них уже маг. Ну ладно, у нас тоже маг, допустим, идет. Сразу же два великана выходят. Ну как это может быть? Я не знаю. Давай посмотрим, что из этого может произойти. Наверное, нам надо было, знаешь, что сделать? Прокачать базу. Это было вообще топово. Да, если бы мы прокачали базу, мы бы сейчас их тут давным-давно бы, наверное, ушатали. Но зато теперь я буду знать, что нам делать. Да, сейчас мы проиграем. Вот такое вот начало у нас, обалдеть. Так, ладно. Сейчас мы... Так, 25 к урону. К очкам жизни за уровень. А, размер статуи, да? И 2 золота в секунду. Вот это вот, наверное, прокачиваем. Так, мечники. Мечников я просто элементарно не успеваю, ребята, сделать. Готов. Ну, типа готов. Давай смотреть, что у нас получится из этого. Сейчас немножечко хотя бы хапнем золотишко. Сваливаем. Так, быстренько сейчас убегаем. Посмотрим, что у нас получится. Вон, наши лучники вышли. Пускай он тут шаманит. И с великанами, я думаю, мы тоже справимся сейчас. Легко. Так, что я хотел сделать? Так, минус один.
Так, пускай этот капитан подбегает. Мы его сейчас тоже попробуем расстрелять. Не атака, а сбор. Пока только сбор. Вот интересно, маг сейчас сможет нам... Давай, бомбить его. Ну, маг. Хорошо. Давай, теперь мы их рабов будем валить. Как они наших бомбили. Так, он отступает. Замечательно, друзья мои, он отступает. Предлагаю, наверное, все-таки сделать еще парочку магов. Угу. В атаку. Этот сразу распластался. Этот сразу распластался. Валим этих добытчиков вражеских. Так, ну что, теперь, наверное... Нет, наверное, я еще все-таки закажу мага. Вот он только созрел, ребят, только вышел. Идут. Сейчас мы с ними тут разбираться будем. Ага, хорошо, смотри, как мы... Всех крестьянов и рабов этих завалили. Потому что нечего борзеть. Это он вышел тут, понимаешь ли, к нам. Супостат несчастный. Сейчас у нас будет третий убимак. Оби-Ван Кеноби. Ну и что, что ты бежишь? Хочешь мне моего добытчика уничтожить, да? Давай-ка как-нибудь без этих... Без выпендрежей. Чу-чу-чу-чу. Наяриваем, нащелкиваем ему. А у него вообще не осталось, походу, добытчиков, прикинь? Их просто нету. Ни одного. Ну что, я, наверное, предлагаю... Блин, я сейчас побегу на него, да? Это плохо может для меня кончиться, поэтому... Пока подождем. Чуть-чуть. Сколько у меня добытчиков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мало. Опа. Откуда он взялся? Скажи-ка мне на милость. Откуда он... он, наверное, накопил, да? На одного. Потому что статуя имеет свойство вырабатывать золото там. Не помню. Ну, очень... Давай. Блин. Мои солдатики не смогли, не успели его догнать. Ладно, ничего страшного. Может, еще заказать одного убимага? Куда? Или лучников лучше? Давай лучников. А может быть, нам уже можно и статуи бомбануть, а? Сейчас выйдет подкрепление, как обычно, да? Да, друзья мои, вышло подкрепление. Ну что, сматываемся на базу. Ну и моя база их должна, по идее, уничтожить.
Убегаем. Это называется его подкрепление. Ну, у нас здоровье еще нормально на базе, так что можем спокойно подбиваться. Там никто не идет у него. Минус. А теперь побежали. Подкрепление он свое истратил. Теперь можно спокойненько уничтожать его базу. Такой весь утыканный стрелами. Все, 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 им крышка. Им тут уже ничего не поможет. Красиво. Так, переходим на 179-ю миссию. Подожди-ка, какая 179-я? 180-я. 6 очков. Так, выбор-то невелик. Я как посмотрю. Давай проверим. Сейчас, наверное, как всегда, фейл. Пережить ночь. Пережить ночь. Зомби идут. О, друзья мои, вот это плохо. Зомбарики. А мы успеем, например, наклепать? Сейчас посмотрим. Твою налево, ты посмотри, сколько их там идет. Да ты серьезно, что ли, блин? Такую роту отправляет. Пережить ночь. А вот, ребята, и бегуны, и плевуны, как хочешь называй их. В лоб получил, правильно, так надо ему. Красавчики. Так, и в конце, наверное, о, друзья мои, идет посерьезнее вражина там. А ну что, из могил, что ли? А почему? Я не понимаю, почему? Что происходит? Пережить, блин, ночь. Ух ты, смотри, какой у меня лучник. А откуда у меня такой лучник взялся, ребят? Интересный. Че там вы деретесь? Кого там бьете-то? Эти обезьяны даже не успевают допрыгнуть до меня, да? Ой-ой-ой, какой он тут мощный, а? Мы его там всеми силами пинаем, ты посмотри. Офигеть, у него хпшек. А если таких двое или трое пойдет, ну, я боюсь, мы не вытянем. Запинали его, да? Отлично, красавчики. Обязательно лучников надо брать, ребят, обязательно. Вон еще прыгуны бегут. Че с золотом-то? Почему поставки такие медленные? Я не могу понять.
Давай, 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 не даем ему пройти там. Еще один, ребят, идет, но это уже как бы... Ну не босс, это, наверное, будет полегче, чем был до этого. Хотелось бы, блин, верить, что он будет полегче. Да, он полегче, он разбирается побыстрее, чем тот, который был. Еще не себе позволяет просто запрыгивать в нашу базу. По-моему, это последние супостаты идут. Стоим насмерть. Стоим просто-напросто насмерть. Да, друзья, наконец-то, отлично. Так, 181-я миссия на кону. Давай смотреть. Капитоны. Наверное, будет много лучников, скорее всего. Но я не уверен, ребят. Давайте так, наверное, сделаем все-таки. Будем смотреть. Уничтожить статую врага. Что мне там дали? Молнию. Но ведь не просто же так мне ее дали. Опа! Ребят, копейщики с максимальным, блин, вооружением, прикинь. Что? Да кто такой-то? Ты посмотри, у него тоже, блин, прокачанные мечники. Вы серьезно, что ли? Вот как тут? Не, я не... О! Неожиданный сюрприз. А что вот этим вот молниями мне... Что они делают вообще? Не знаю, ребят. Лучников, наверное, надо еще клепать. Лучников нужно хотя бы клепать, потому что, ребята, они, ну, по пехоте довольно серьезный урон наносят. Жалко, нету убимага. Он бы тут вообще, ребята, их всех бы разбомбил бы. А что у нас там задание? А, уничтожить статую, да? Ага, он тоже начал уже клепать лучников, друзья. А если я сейчас попробую напасть? Побежит он на меня или нет? Нет, друзья мои, он боится, он убегает. Блин, какой-то, а? Не хочет. Не хочет он со мной вступать в бой. Блин, лучники, чего вы где-то там позади-то? Ё-моё, блин. Жалко, нельзя взять отдельный отряд лучников и отправить их вперед, блин. Ну, мы можем... Хоть по кому-нибудь бы попали. Нет, не попадает. Зато нас он потихоньку тут уничтожает. Attack.
Их если только вот так вот просто, ребята, не давать им добывать здесь золото. Получили они там урон все-таки. Мы, конечно, тоже получаем урон. Блин, жалко, у нас нет медика, да, какого-нибудь. Жрица, которая могла бы нас исцелять. Короче, докачиваемся полностью, да? 50 из 50 и вперед в атаку пойдем. Остается ждать недолго. Все, можно атаковать, друзья. Так, у него уже два. Так, отступаем. Фига он там. Вот так вот это, да? Значит, выглядело. В атаку. Лучники, ну вы где там, блин? Да, потери несем колоссальные. Если велика на завале, будет проще. Есть. Магов, 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 правильно. Все, 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 все. Хана. Она, ребята. Мы полностью уничтожили вражеское подкрепление. Круто. Так, ну что, друзья, остается 182 миссия. 8 очков действий. Так. Опять же, убимак. Тут нам дается, может быть, сделать вот так. И вот так. Ну, типа, я готов. Уничтожить статую врага. Ёк-макарёка. Чё, уже сразу они бегут? Что там подкидывают? Зомби. Не пойму, нас, по-моему, тут разносят. Ну, если, например, вызову этих зомби, допустим. Где? Ну, где они? Вон они идут. А чё он там один-то только? Ну, ты извини, конечно, меня, но... Ну и что это получится у нас? А где мои стрелки-то все? Вы сейчас явно издеваетесь. Где у меня все? Вообще никого не вижу. Ну хорошо.
Хорошо, значит, уми-маги, ну тут, ребят, вообще никак мне не помогут. Мечники тоже, значит, копейщики остаются только. Копейщики да лучники. Так сделайте столько. Ну а что еще остается? Другого варианта просто не вижу. Просто, друзья, другого варианта я не вижу здесь вообще. Вот он, самый главный, бежит, блин. Что мы еще можем сделать? Давай вот этого еще, наверное, поставим. Так, мы захилялись, да, получается? Теперь вот этих супостатов, пожалуйста, завалите. Да. Сразу шуганулись, побежали. Такие деловые. Пошли в атаку. Сразу убегает, сразу же сматываются. Чмухи. Ну что, можно, в принципе. Маловатая армия. Давай еще копеечка позовем. Буду атаковать. Отступаем. Сейчас сделаем с тобой достаточное количество капитонов. Ну и потом уже, естественно, пойдем в атаку. Просто я боюсь, что он там может вызвать еще каких-нибудь упырей мощных, типа великанов. Ну и нам, конечно, будет тогда не сдобровать. А с этим, естественно, нужно разбираться. Давай, выходите сюда. Попал. Блин, надо бы убить хотя бы вот парочку. Мечники меня вообще здесь нисколечко не интересуют, если честно. Сейчас мы сделаем. Кстати, можно призвать действительно парочку, наверное, убимагов. Поверь, они лишними тут точно не будут. Да, я что-то про них и забыл, что они есть у нас. Поэтому собираем бабло и начнем, наверное, вызывать. А пока будем их контролировать. Ну, кошмарить, чтобы они здесь не чувствовали себя вольготно, так скажем. Defend.
Давай, давай, давай. Ать, попал в спину. Ну что, я заказал еще одного убимага, и у нас остается всего лишь 5 единиц. Так, получается, я могу сделать всего лишь еще 2 капитона, и все. Этого будет достаточно, мне кажется. Ну что, последнего капитона делаем и вперед, как говорится. За родину, да? Да, это прикинь, сколько мне пришлось потратиться, чтобы уничтожить их. Ага, я не могу. Ну что же, в принципе, все. Погнали. Моя армия готова. Сейчас вызовет подкрепление. И посмотрим, кто у него тут вообще в подкреплении. Друзья, я почему-то так и думал, что будет великан. Давай, давай, маги. Нам нельзя проиграть здесь. Ну пока 50 из 50, как ты видишь. Так, великаш, ребята, скоро отдуплится. Еее. Да, это было жестко на самом деле. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!